мы должны будем максимально далеко уехать от исходной точки. Мне руль заклинило. 50 тысяч рублей на кону. Трос в машине у вас есть? Нет, это Майбах. А если аккуратно толкнете ее машиной? Прям сюда вот. Вот еще Майбах подъехал. А где у нее пристегивалка? Мне типа ногой вот так вот делать? Мне нужен любой вертолет. Вы сейчас вообще куда звоните, вы понимаете? Извините. Я не знаю, как дела у Ангелины, но я ей надеру задницу. Не-не-не-не, я женат. Блин! Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет лютая заруба с Андреем. Привет, я могу уже смотреть? Да, закрывай шапку. Правила расскажу чуть позже, но прямо сейчас нас сюда привезли, и я еще не видела тачки, на которых будет происходить эта самая заруба. Они я стоят слева. И... Мишель, можно поворачиваться? Поворачивайтесь! Что? Откуда у тебя моя машина? Я думала, вот эта машина будет! Это что за постанова такая? Ребят, я не знаю, что сейчас будет происходить именно с этими машинами, потому что я ожидала совершенно другого и готовилась к совершенно другому. Ладно, коротко об условиях. Кстати, Андрей, я ему сказала вкратце, типа, что сейчас будет, но досконально он не знает, что сейчас будет происходить. Ты готов? Нет, ну давай попробуем. У тебя даже голос сломался! Я эту машину вижу впервые, вот реально. Чего она такая грязная? Они ее засрали. Но я знаю, что я могу себя чувствовать надежно на этой машине, потому что здесь есть иконки. Короче, это моя зимняя жига, на нее есть обзор у меня на канале, у нее стоит заварочка, катнерский выворот, сошки-мошки, все такое. Ну что она здесь делает, я не пойму. У меня вопросики есть ко всем. Сразу скажу, еще никто этого не делал, и я хз, как мы это реализуем, но надеюсь, все будет окей. На этих машинах, на незаведенных, представим, что у них нет движка, мы должны будем максимально далеко уехать от исходной точки. То есть мы не можем заводить их вообще, то есть ты не можешь газовать, ты не можешь там переключать передачи, просто ты можешь ее катить, ты можешь просить кого-то взять тебя на трос. Но вот еще какие условия. Нельзя пользоваться помощью своих друзей, близких, родных. То есть ты не можешь кому-то позвонить и такой, можете, пожалуйста, приехать там с тросиком и меня куда-нибудь отвезти. Нет, такого нет. Не-не-не. Потом нельзя пользоваться помощью тех, кто тебя узнал. То есть ты как человек, медийное лицо, из тебя узнают, и ты видишь, ну ты точно знаешь, вот я такой замечаю, когда меня узнают. Я отсюда вообще не уеду тогда. Ой, слишком, у нас тут поп-звезда. У нас в машинах не должно быть тросов. Последнее правило. Нельзя пользоваться ни эвакуатором, ни манипулятором. То есть ты не можешь сказать, Вася, алло, подъезжай. Нет, это знакомые в любом случае. Короче, правила понятны. Ну и самое главное, что у нас будет на кону. Стой здесь. 10. 20, 30, 40, 50. 50 тысяч рублей на кону. 3 часа времени. 3 часа. 3 часа? Прямо сейчас я беру телефон, и мы резко начинаем без каких-либо подготовок. Раз, да? 2, 3. Погнали! Так, Коля, Коля, подойди сюда. Поехали. Так, а если я слишком быстро разгонюсь, то успеешь за мной? Блин, подожди, стой, стой, стой. Я хотела бы каблуки сегодня надеть еще. То есть потенциально я уже побеждаю, да? У нее руль заклинило, блин! Здрасте, а вы на заказ? А, не, я не на заказ, извиняюсь. Ну что-то у меня такое волнение сейчас внутри появляется. Нет, я не могу так ее, понимаешь? Короче, я думаю сейчас заказать сюда Майбах. Вот как раз там есть. Или я думаю, это такси, не такси, чтобы он взял меня на трос. И... Что он взял меня на трос и потащил, понимаешь, да? Сколько прошло времени? 2 минуты, я уже выдохся! Здрасте! А вы сейчас отсюда едете, а у вас нет троса. Блин! О, Део Матис! Первый план. Я заказываю сюда Майбах, потому что... Почему Майбах? Не смотри туда, смотри сюда. Поиск машины идет. А почему ты выбираешь Майбах? Да потому что, если я закажу Майбах, будет больше шанс, больше вероятность, что он меня потянет. Да наоборот, потому что у него же, типа, ну, они на автомате. Так он, да не, в смысле? Не поняла. Ну, потому что он же, типа, элитная тачка, ему нельзя служебную машину таскать. Что с машиной? Могу я сам потолкнуть-то, помогу. О, чуть-чуть, хотя бы через полицейский, можешь помочь? Спасибо тебе огромное. Она просто в горку вообще не едет. О. Так, куда-нибудь хотя бы сюда пусть он подъедет. Я почему-то уверена в Майбахе. У нас уже 6 минут прошло с момента сначала. Он что, не двигается, что ли? Давай позвоним ему, спросим. Да-да-да, это я заказывала такси. А подскажите, у вас в машине трос имеется?
Еще раз. Трос в машине у вас есть? Трос? Какой трос? Ну, трос для того, чтобы машину тягать. Ну, такой какой-нибудь, может, нитка, нет, ленточка какая-нибудь. Ну, машина просто не такая тяжелая, в принципе. Нет, нет, это Майбах. Нет троса. Чуть-чуть через полицейский и все. Для начала просто я хочу попробовать ее хотя бы потащить. Нужен план действий. Какой? Давай на Ленинградское шоссе попробуем выехать. Спасибо огромное. Я впервые в этой машине сижу даже, понимаешь? А может у мужиков спросить? Мужики, а никто не может, у никого троса нету. Машину откатить отсюда. Блин, у меня сегодня попал на зала не было. А по итогу я занимаюсь какой-то фигней полнейшей. А, блин, как это сложно! Блин, а если так подтолкнуть ее? Не, слушай, тебе машину не жалко, если ты машиной будешь ее подпирать. А если аккуратно? Короче, потенциально мы ее можем дотолкать. Но это все равно не очень далеко. Так, заказываем еще. Эдуард. Давай! Они же меня не узнали. А подскажите, у вас случайно троса нету? Ну или там, может, ленточек какой-нибудь? Просто... Артурчик, подожди, подожди. Может, у кого-то из ребят у вас есть трос? Очень бы его выручили. У нас трос есть, но пользоваться им, вам в пользовании, мы отдать, не знаю, можем, не можем. Ну хотя бы просто и потянуть, да, до выезда буквально. Спасибо большое. А нету троса? Блин, жалко. Ладно, погнали. Кстати, Майбах через 5 минут будет здесь, через 3 даже. Сможет? У вас здесь есть знакомый какой-то? Есть. Бля, у меня у самого машинка стоит недалеко, но я не могу. Вы на службе нельзя, да? О, вообще по кайфу. Она нельзя заводить. Сейчас, я аккуратно. Пока по инерции катится. Через 2 минуты будет Kia Cerato. Он, кстати, здесь. Он просто на той парковке, которая параллельно отсюда. Да, здрасте, это я заказала такси. У нас такая ситуация. У нас, короче, машина вот эта вот, она не очень, ну, не заводится. И ее, а эвакуатор сюда типа не приезжает. У вас есть трос, может быть, потянуть ее хотя бы до выезда? Дело не в этом, мне это автомат машины. Ну, она, я ее буквально руками сейчас стянула, она очень легкая. Прям ее можно вот так спинка под зад, ну, сможете? Ну, давайте сейчас ее тогда куда-то поставим. Все, что получилось? У нас нет троса. Ну, он сказал, что вроде как... А, парни, стойте! Ну, таксист рассказал, что дело не в этом. У вас трос есть? Парни, можете не уезжать пока, потому что, по-моему, нету троса. И вот еще Майбах подъехал. Господи, какую мы заварушку здесь сделали. О, там ближайший полицейский. Смотри, я сейчас попаду в дырочку. Опа! А теперь просто, получается, надо вперед ее. За 200 рублей я не хочу. Ну нет, я вам заплачу. Как решится вопрос? Сейчас я вам лично тогда трос отдам, а вы как-нибудь тогда уже свяжете. Спасибо, да. А можно будет на охране его оставить, я думаю, да? А, вот трос вроде какой-то есть. Надо подойти к нему, это будет не очень, если я просто... Давай ему объясню всю ситуацию. Так, короче, сейчас быстренько. Здравствуйте! А подождите, мне придется вас отменить, но я не хотела это делать через приложение. Все-таки я уважаю каждого человека и его труд, а у нас челлендж, типа, на 50 тысяч рублей. Кто отъедет от этой точки на максимальное расстояние за 3 часа и получит 50 тысяч рублей. Поэтому машина нас, видите, смогла подтянуть. А у вас тросика не было, к сожалению. Вот, ну вам спасибо большое, что подъехали сюда. Хорошо. Спасибо. А если аккуратно толкнете ее машиной? Сломаю. Пофиг, это моя машина, мне не жалко. Давайте аккуратно, прям аккуратно. Сейчас машина проедет прям сюда вот. Да ничего страшного, правда, пожалуйста. Блин. Короче, списалась за его ожидание 1500 рублей. Просто, ну, за воздух. За воздух. Давайте вон туда, на островочек, где Порш встал. Мужики, спасибо вам огромнейшее. От души. Андрей, привет. Да, ты где? Как дела у вас? У нас дела, ну, в принципе, хорошо. Нашли машинку, которая поможет. Че, только сейчас, что ли, нашли? В смысле? Ну, только сейчас нашли, мы просто уже давно едем. Да нет, я уже по Ленинградскому шоссе практически еду. А-а-а. По Ленинградскому шоссе, понятно. Ну ладно, мы здесь только на трешку выехали, но в любом случае мы едем уже. Короче, сори, у меня тут я одной левой ногой рулю, и мне нужно браться двумя руками за руль. Если она не врет, это очень плохо. Потому что мы проигрываем.
Так, ну что, давайте я сяду или как? Блин, мне даже страшно садиться в эту машину. Тут нет тормозов. В смысле? Мне типа ногой вот так вот делать? Нет. Вот так? Какой ужас. Личку верни, чтобы не запинил руль. Куда? Вот вправо, чуть-чуть. Вот так? Все, она у нас не заведена, если что, ребят. Я контролирую ситуацию, мы едем на незаведенной тачке. А какой тормоз здесь? В середине? Да, а что? Мне кажется, вон туда, туда нужно ехать. Да, где-то видели? Ах, раз узнали, значит нельзя помогать. Блин, жалко. Ну там есть каршер стоит прям рядом. Можно пытаться до него добежать. Здесь что, нету дна? Тут даже нет ремкомплекта для шины или домкрата. Смотри, это хороший знак. Кто-то тянул из проушины. Ну вон должен быть комплект, его тупо нет. Она так не тормозит, она там в пол надо жать вообще. Да не, нормально, я сейчас торможу, ты что? За кого меня принимаешь? За кого эту машину принимаешь? Я просто не ездила, она не тормозит. Короче, как я думаю, найти мощную машину, но которая сможет потянуть нас. Что это может быть? Это может быть Урус, это может быть Бентайга, может быть Майбах ВС тоже. Не, ну а что ты смеешься-то? Прошло всего полчаса, и я так вымоталась, просто жесть. Да, надо ему сказать, чтобы побыстрее как-то, побыстрее, короче, все это дело. А скажите, с какой максимальной скоростью вы можете ехать? Потому что нам важна если очень скорость. Если эта машина тормоз нехорошо работает, поэтому... Да, но я профессионал, я как бы заканчивала школу экстремального вождения, там и заканчивала все вот это вот. Мы вот каждую секунду теряем очень сильно во времени. То есть раздели 3 часа на 50 тысяч рублей. Каждую минуту мы теряем сколько? Посчитаем. Нужно порхать как бабочка, жарить как пчела, понимаете? А, стоп, я же свою не оплатила парковку, эта машина же тоже как машина. Стой! Стой! Извините, а можно я первая оплачу, потому что мы очень опаздываем, извините. Так, давай, кушай, кушай, кушай. Чувак, мы очень сильно опаздываем. Это прям самый, самый долгий автомат. Есть, спасибо. Знаешь, какой еще есть план? Потенциально машину можно поставить там, где нельзя парковаться, чтобы эвакуаторщики ее увезли. Ладно, что, давай в Яндексе смотреть. В Яндексе можешь вызвать грузовое такси. Все, у него по-любому есть трос, не надо ждать подачи час. Это прям вариант. Драйв, такси, доставка, экспресс, грузовой. Алло, здрасте, а у вас есть трос? Нет, троса нету. Троса нет, то есть машину не получится тянуть, да? Алло. Алло, здрасте, а у вас есть трос с собой? Трос? Трос, да. А зачем вы там буксировать здесь? Да. Не знаю, наверное. Ну вы сейчас рядом, да? Вы можете, если что, подъехать и... посмотреть, и если не будет вдруг, тогда мы отменим, а если будет, мы даже сверху заплатим. Хорошо, сейчас подъезжаю. Спасибо большое. Ну, это потенциально надежда. Через одну минуту будет. Просто уже час ищем, и если я в течение часа ближайшего ее не отвезу хоть куда-нибудь, надо удалиться на расстояние, то я машину проиграю. Быстро съездим, там заправка, надо купить кросс и его таскать. Съездим, я все оплачу. Мы нашли человека, шикарно. А у меня же аварийка-то, она не может включиться без заведенной тачки, блин. У нее аккумулятор сядет. Но не до конца, чтобы руль не заклинил. А что может случиться? Да, может заклинить. Мне очень стрёмно. Мы должны еще пристегнуться как-то, подожди, стой, мне реально очень стрёмно. Коля, пристегни меня. Нас что, все обгоняют? Я чувствую себя просто каким-то слабым звеном дороги, понимаешь? Блин, это самый страшный просто. Тормози, тормози, тормоз. Да спокойно, я вижу, что мы едем. Коля, ты меня за кого принимаешь-то? Ты пристегнул меня? Ты не пристегнул меня? А где у нее пристегивалка? У нее нет пристегивалки. Че, гонишься, что ли? Блин, ну я сделаю вот так хотя бы. Это очень стрёмно. Понял? Мне очень стрёмно. А! Мы едем 60! Мы просто едем 60 километров в час! Блин, каждый раз, когда мы останавливаемся, мне так хорошо становится. Мы отъехали, у нас уже прошло 40 минут с начала нашего челленджа. Посними просто, Коль, как ты жмешь на какой-то невидимый тормоз. Знаешь, как у инструкторов, там это, дополнительная педаль. Да, у меня нет педали, в том-то и дело, блин. Каждый раз, когда у него загораются красные лампочки, я просто вжимаюсь в сиденье. Так, а за что здесь цеплять-то? Справа? Нормально так, да? Должно вытянуть. А у тебя бензина сейчас много? Есть. Сколько примерно? Ну, больше, чем на 100 километров. Достаточно хватает, наверное? Да? А, не знаю. О, мы едем!
Мы едем! Ангелина, я не знаю, какие у тебя дела, но мы едем. И это замечательно. Блин, на самом деле мы реально очень близко друг к другу. Так, 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 так. Это нормально, это нормальные звуки. По-моему, он нас везет обратно, нет? Мы опять стали на нулевую точку. Вообще, знаешь, как было бы прикольно? Поехать на Ленинградский вокзал, сесть на поезд, который автовоз, и уехать на нем. Давай сейчас, может, позвонить на вокзал. Ближайшее направление, абсолютно неважно какое, но вот с какого вокзала и по времени в ближайшие 2 часа есть? Вы сейчас вообще куда звоните, вы понимаете? Вы сейчас в центр перевозок транспортного средства, мы машины перевозим. Да-да-да, я про машины говорю. Ну, все наши направления указаны на сайте РЖД, услуга и сервис, заходите, перевозка автомобилей. И Москва-Адлер ближайшая дата, первое 22 число. Ага, я понял. Нам куда нужно? Нам нужно просто как можно дальше от Москвы. Вот. Но ближайшей даты нет, к сожалению. Жалко, очень жалко. Слышишь, если вертуху заказать и просить ее перевезти тачку, она же будет не заведена, и это не манипулятор, ну, и не эвакуатор. Если мы возьмемся на вертолет, мы сразу убиваем несколько зайцев, потому что мы не будем стоять в пробках, мы сможем на максимально дальнее расстояние отлететь от Москвы. Ангелина, ты безумный человек. Ну и что? Давай пробовать. Мне нравится. Я никогда не летала на вертолетах, это раз. А во-вторых, я даже не знаю, могут ли они взять какой-то... Это надо грузовой вертолет какой-то брать, а не просто вертолет. Блин, здесь такой тяжелый руль, просто жесть. Давай, 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 газу, газу, газу. You see me rolling, they hating, понимаешь? Классная машина. Спасибо, пацаны. Ну, а, блин, а что, мы будем стоять посреди дороги просто? Может, мы хотя бы встанем вот... А, здесь кирпич. Здесь кирпич, оказывается, вот здесь хорошее место бы. Я хотел вас сюда привезти. Мне нужен любой вертолет. Короче, сделаем так. Хелипорт Москва. Окей, посмотрим, где они находятся. Вот они. Чё? Все вокруг нас вообще. Это куда более магнетизирующие тачки. Неправильно набран номер. Наталья, здравствуйте. У нас такая ситуация. Подскажите, а у вас вертолеты есть грузовые? Нет. Ну, а в принципе они... Есть вертолеты, которые могут там, ну, не тягать что-то, перевезти с места на место? Нет, у нас такого нет. У нас только для экскурсионных полетов. Грузовой вертолет. Вот! Заказ грузового вертолета с пилотом. 30 тысяч рублей в час. Походу, я половину своего этого гранта потрачу. Это очень дешево. Это да? Пожалуйста. Здравствуйте. Такая ситуация. Нам нужен грузовой вертолет. Как я прочитала на сайте, у вас есть они, да? Ну, все в зависимости от даты и от маршрута, куда вам нужно и когда. Ну, нам просто нужно с места перевезти одну маленькую, как бы, ну, один грузик такой. Но чем дальше, тем лучше. Метр на метр пассажирский вертолет не войдет такой. Нет, ну, а если его цеплять там за низ вертолета, видел, как они перевозят так груз? Я вам рекомендую обратиться в компанию «Горные вертолеты» называются. Они занимаются перевозкой грузов. Хорошо, ладно, спасибо, до свидания. Ну, мне кажется, мы реально время теряем. Горный вертолет, еще надо будет ехать оттуда, потом пока он будет цеплять. А окно здесь открывается? Да, открывается, смотри, какие технологии. Нажимаешь на кнопочку, и окно опускается. Я не думаю, что у Ангелины такое есть, потому что, ну, у нее копейка, что там с копейки взять, а у меня вон какая красота. Я не знаю, что происходит, но мы почему-то сворачиваем. И у нас даже нет связи с ним, чтобы спросить, куда мы едем. Он на заправку, что ли, едет? Блин, это будет так тупо, если у него закончился бензин. Ух, какой звук. Ух. На заправку надо? Надо заправиться просто. А, и потом дальше поедем? Не знаю, посмотрим, подумаем, что-то. Куда едем, не доедем, что-то. В смысле, не получится дальше ехать? Не знаю, надо посмотреть, сейчас заправлюсь сначала. Блин, ладно, надо что, отстегнуть или что? Ему нужно ехать дальше по заказам, и он не может нас вечно возить на трассу. Поэтому нужно пересесть на более мощную тачку, которая сможет нас довести далеко-далеко, но для этого ее нужно найти. В общем, спасибо вам большое, что помогли, дайте пожму вашу руку. Вам тоже.
Человеку нужно ехать по заказам дальше, поэтому мы его отпускаем, и нужно найти сейчас новую тачку, которая сможет нас потягать. Супер. И самое главное, что я могу у вас трос купить? Да, 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 вот. За сколько это, отдадите? Это новый трос, я ни разу его не использую. Ну, я вижу, да, он новенький такой. За сколько? Ну, я там... не знаю, трос я это вместе с этим покупал. Этот самый. Давайте я просто за все вам там, не знаю, там, 3 500-4 тысячи отдам. Давайте. Перевели? Спасибо вам большое. А вы мне точно мне перевели? А, ну, самое главное, что... Так, короче, как нам найти все? Забываем, трос наш, тачка есть. Нам нужно найти машину, которая нас подтянет. Блин, а может у этого гелика есть, знаешь, типа номер? Позвонить по номеру, я пододвинусь. Нет. И Глазунов такой едет сейчас куда-то спокойно, на рахате. Вон парни какие-то ходят, может, их попросим? Гелик завелся. А, там какая-то баба сидит. Я думала, там будет какой-то мужик сидеть. Мне кажется, она вообще даст отворот-поворот. Девушка, извините. В общем, мы проводим соревнования, и я хотела попросить у вас помощи. Мальчики просто. А вы не видели, там кто-то сидит, кто может это сделать потенциально? Хорошего дня, спасибо. Мне нужна фраза, с которой я могу начать, типа... Извините, нам нужна помощь. Да? Я просто ее не знаю. Я даже никогда не стояла так на обочине и не просила никого помощи. Единственный раз у дальнобойщиков было. Дальнобойщиков у тебя было? Да. Мне очень, очень некомфортно. Они просто все приезжают, смотрят на меня. Но никто... Да, так ты не показываешь, что тебе нужна помощь. Короче, Ангелин, давай, побори себя. Ты сможешь. Для меня это унизительно, ты понимаешь? Я не могу. Я сейчас плакать буду. Вон еще одна. Я не могу. Блин, на меня сейчас смотрят. Вон, смотри, какая-то шаха едет. На него смотри, тормози. Выходи на него. Давай, чувак, пожалуйста. Здрасте, очень надо помочь, сможете? Ну просто перетащить эту машину. У нас челлендж на 50 тысяч рублей. Я, если нужно, заплачу, просто нужно ее тащить далеко. Далеко? Ну там по Кутузовску вниз просто. Сможете? Ну припаркуйтесь, я вам объясню. Куда? Они просто взяли и уехали. Они просто взяли и уехали, представляешь? Ну так, а в итоге-то получится дальше или нет? Не, ребят, все, приехали. Мне просто другой заказ. Ну почему? Точно? Может... Ладно, в любом случае, спасибо огромнейшее, что до сюда получилось нас довести. А сейчас тогда нужно как можно скорее развязать и искать новую тачку. Блин, жалко, ладно. Я пытался найти отвертку, нашел колеса. Если у нас что-то будет с проколом связано, мы на кайфе будем. Но отвертки нет. Ура! Да, хорошо, вот мы, в принципе, уже взялись, встались на трос. Прикольно, как далеко вы едете? Ну, там уже километров, наверное, я не просто не буду прибирать, но километров 90 мы проехали уже вниз по Кутузе. Что вы проехали? Километров 90. Ну, потенциально неплохо, неплохо. Ну, хорошо, да, мы как раз, вот я отпускаю трубку и держусь крепко за руль, потому что мне нужно рулить двумя руками, давай. Короче, мы выезжаем на Кутузу и едем просто прямо. Чем дальше, вот представьте, как будто вы в кино снимаетесь, это настолько же важно. Туда, просто до Талова, да. Все. Быстро или? Ну так, чтобы не разбились. Давайте я возьму ваш номер телефона 4060. Как вас зовут? Айбек. Короче, я запишу его как Айбек Спаситель. Едем по Кутузе максимально далеко, как можем. Мы потеряли до хера времени на том, что мы пытались найти какую-нибудь еще машину. Мощную машину. В итоге гелик превратился у нас в Камри. Вот, смотрите. Я нашел людей. Это, кстати, мега быстро получилось. Я даже как-то не ожидал. Сейчас зацепимся за них и поедем в Питер ракетой. Сейчас они где-то развернутся. Надеюсь, они не уехали. Типа, да, сейчас поможем. Такие, что за больной человек? Айбек, спаситель мой, а мы можем ехать, чуть-чуть быстрее? Короче, нам уже час 03,
нужно как-то двигаться в каком-то направлении. Я понимаю, что за 1:03 чем дальше, тем лучше, что ли? Конечно, да. На кону просто 50 тысяч рублей стоит. Вот, ровно 60 км в час. Все, теперь можем ускоряться. Остановите. Остановите. Да. Пипец. Просто откуда он здесь? Откуда? Вы понимаете, сколько была патовая ситуация? Что этот чувак... Все, я отключаюсь, все хорошо. Все, ладно, все нормально. Ну, каков шанс был, что мы вообще влетим в жопу? Огромный. А потом бы... А потом что мы бы сделали? Мы бы просто стояли на месте и уже бы точно никуда не ехали. Машинка, ты показала свои тормоза в нужный момент, хоть какие-то ее остатки. Мы хотели ехать быстрее, а по итогу мы чуть не вмазались. Тише едешь, дальше будет. For real, да. У них капец, как колесо ходит восьмеркой. Натяжение в трассу пропадает, то машина дергает. Если мы ощущаем это просто как толчок легкий, то у них всю машину начинает вести, перекашивать и все в этом духе. А! Ну вы видели. Коль, у нас почему-то... У меня руль почему-то бьет. Что значит, если руль бьет? Может, что-то с колесом. Коль, мне не нравится. Может, попросим его как минимум помедленнее ехать, потому что... Так не должно быть. Айбек, да. А можно помедленнее ехать, потому что у меня почему-то колесо начало бить. Я прям чувствую, что ее тянет влево. Давайте вот где машина мигает на аварийке, вот там можно тормознуть. Торможу. Короче, я не знаю, как дела у Ангелины, но я ей надеру задницу. Не-не-не, я женат, я в смысле соревнование. Ой, машина ведет. Мы стоим на проезде прям. Вон машина хочет повернуть, надо ее сдвинуть назад. У нас две огромные проблемы. Первая проблема заключается в том, что у нас, кажется, сдуло колесо. Вторая проблема заключается в том, что... Таксист говорил, что этот трос очень крепкий, и походу он не очень крепкий. Блин, мы без троса остались. И все так хорошо шло. Все шло просто идеально. Может, его скрепить как-то можно? А что с колесом-то? Ну, Да ладно. Вы что, серьезно, что ли? Беда не пришла одна, она... Одновременно случилось. Блин, давай быстро. Нужно накачивать, видимо, и нужен новый трос. А троса у вас дополнительного нету, да? Есть. Есть? Вы серьезно? У меня самый лучший трос. Ну, нам прошлый таксист также говорил про этот трос. Блин, у нас просто самый лучший таксист. Реально, нам очень повезло с ним. У него есть и трос, и насос. Отлично. Это очень сложно. Я просто себя чувствую Сарычевым Кириллом. Мне потом нужен психолог. Мне реально потом нужен психолог. У нас очень ограничено время. Прям нужно по-быстрому все сделать. Что оно вообще сдулось-то? Оно нормальное? Ну, то есть, а если мы его накачаем, оно не работает? Ну, а типа... что, так происходит? Ну, конечно. Оно если спустило, почему он? Не против кто-нибудь подержать? Вот, да. Давайте подержу, да. Я вот не так? Могу помогать. Да, человек без рук у нас. Он только камеру может держать, да, Коль? Да, красный плюс или минус? Красный. Красный вы плюс. У блондинки не спрашивайте, я точно красный не знаю. Плюс, да? Мне уже страшно. А у меня током не долбанет. Я звонила сказать, что я тебе уверенно и очень плавно надираю зад. Я прям отдаляюсь очень хорошо от Москвы. Ну, поздравляю тебя. Могу сказать то же самое и про себя. Раз, два, три, четыре. На пятиполосных дорогах нету ни одной машины. Пятиполоска. Ты что, едешь по... Ты по Минскому шоссе едешь? Может быть, и по Минскому, а может быть, и не по Минскому. В любом случае, нам ехать еще в таком темпе сколько? 30 минут. Светофоров нет. Пробок нету. И знаешь, наш суперкар, который тянет очень такую неплохую скорость, развивает, правда, я боюсь зажигу, честно говоря. Но в любом случае, у нас все хорошо. А у тебя? Ладно, все, некогда говорить. Все, да, мы выезжаем, просто маленькую остановку делали, чтобы тебе фору дать. Человек как вот живет, так и врет. Хотя бы чуть-чуть, чтобы он проехал. Нам просто нужна тачка на ходу. На ходу она не может быть со спущенным колесом, по факту. Просто может быть вероятность, что мы сейчас надуем, и оно опять спустит. Нам просто нужно еще полчаса хотя бы быть на ходу, чтобы она просто двигалась. Даже не важно с какой скоростью, просто чтобы она была на ходу и двигалась.
нас есть ровно еще 33 минуты. Блин, ушатался. Фак. А мы сколько должны билетиков взять? Два? Или один? А у тебя окно опускается? Нет. У меня окно нет. Скажи ему, или толкни машину назад, назад. Короче, мы пересекли самую главную вот чекпоинт-точку под названием пункт оплаты платной дороги, и все, у нас ничего не ограничивает, кроме скорости. У нас есть 30 минут, и, ну, будем ехать. Тут как бы другого варианта нет, надеюсь, то, что с нами ничего сверхъестественного, неожиданного не случится, и что этот чувачок еще просто подаст газу, потому что пока что мы едем 50. Я не знаю, почему спустила колесо, но эта тачка стояла всю зиму на улице, у нее просто могла резина, я не знаю, сохнуться, может, лопнула. Не привыкла она с такой скоростью ехать, она вообще ездить не привыкла. Блин, ну расстояние очень короткое стало, то есть, ну это прям... Коля, ты последнее, о чем я хочу думать сейчас. У нас осталось 20 минут. Я хочу посмотреть по навигатору, насколько мы далеко отдалились от Москвы. А ты мне помогаешь? Ты же не помогаешь так. Это не влияет на езду, я помогаю тебе не разбиться, как минимум. Нам не разбиться. Да уж. Да я не могу, такой трос короткий, просто офигеть, блин. Офигеть! Знаешь, вот я еду, и я просто... не специально, но я вот так максимально далеко отклоняюсь, чтобы он хотя бы визуально казался подлиннее. Ты куда на встречку выезжаешь? А чё? Куда? А что? Набег, нам нужно торопиться. Не на... А куда? А почему вы... Не надо, не надо сдавать назад, я же не могу отодвинуться назад. А вы куда едете? Я вижу. Я просто думал, перепутал. Сейчас направо поедем, все, дальше поедем. А, все, хорошо, вы не пугайте так. Он просто сейчас мне в жопу сдаст. Знаешь, еще самое ужасное, что типа я вижу, что происходит, но я просто не то, что бездействую, я как бы в этом случае вообще ничего не могу сделать. А как ты думаешь, если резко нажать на тормоз, они перевернутся? Я, кстати, тут сейчас заметил, ладно, у них колесо восьмеркой ходит, у нас руль восьмеркой ходит. 10 минут осталось. У меня не выходит из головы фраза Глазунова про 5 полос. Ну, Ангелин, да держись до конца. Ты сможешь. Боец. Да. 5 минут? 5 ровно. Ай, очень неприятно. Блин, очень неприятно. 40. Чего он не берет? Я не знаю, что. Может, у них что-то случилось? Может, у них реально что-то произошло? 30. Блин. Андрей, бери трубку, ты чего? Куда, 20. Куда глазок делся? Куда глазок делся? Алло! Алло! Блин, а у меня не открывается же это окно. Махай, 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 махай. 15 секунд осталось, выжимай максимум. 10. Связь включу нормально, погоди, секунду, секунду. 5. Что такое? Он просто... 2, 1, 0. Все, стопы, стопы, стопы. Андрей, все, стопы, становись там, где стоишь. Да мы застановились ровно в 28 минут. Я поэтому тебе сейчас не звонил, потому что меня смахали руками, чтобы нас остановили. Где ты находишься? Давай, раскрывай карты. А что это я сразу, может ты? Ты что, еврей, отвечать вопросом на вопрос? Давай, раскрывай. Тебе что-нибудь говорит город под названием Клин? Клин? Это север. Ты в Питер решил уехать, что ли? Ну, решил-то решил, но до Питера не доехал. Подожди, ты сейчас находишься около него и в нем или как? Ну, не доезжая немного, я бы так сказал. Ну, сейчас это просто имеет значение, потому что... Сейчас знаешь, что сделай? Открой, короче, карты, поставь точку там, где ты стоишь. Вот прям поставь ее, я тоже поставлю. Что? Давай. Пишем Лужники, стадион. Да, все, есть. Мне пишут оттуда. Стой, стой, стой. Скажи первую цифру. Первую цифру, сколько мне ехать оттуда? Да. Первая цифра 7. У меня тоже. Да. Так, окей. Я сказала первую цифру, ты говоришь вторую. Блин, ну я бы не хотел вторую, но ладно. Вторая цифра 0. 70? Да. У меня 78.
Андрей, 78. Окей, хорошо. Вот сейчас, типа, мы можем с тобой потом пересчитать, вот именно по карте беря, сколько там километров мы, на сколько километров мы отдалились от исходной точки. Но 78 и 70, ты же понимаешь, насколько это близко? Это очень близко, и плюс ко всему, я скажу так, что, естественно, будет по прямой не 70, если линию ставить, мне кажется, у меня будет где-то 65, вот, но я максимально достаточно прямо, если вот смотреть по карте, а сколько ты там путляешь, и тебе показывает вот по дороге относительно, это вопрос. Есть второй вариант, там 74 километра, ну, окей, короче, это нужно реально сейчас брать. Ну, доезжает до Москвы обратно. Я не думаю, что ты хочешь на этой тачке ехать до Питера. У нас просто Андрей потом в Питер едет. И ты решил уже заранее, типа, маршрут. Вот так ищешь его это апробировать. Короче, я пока не знаю. У нас еще не определен победитель. А 50 тысяч все-таки у меня лежат. Вау! Какой сильный ветер. Короче, как участнику этого видео, хотя вы даже не думали, наверное, что вы сегодня будете участником этого видео, стоит мне сказать, что мы шли, короче, в ноздря в ноздрю, сейчас подсчитали, у нас почти равное расстояние от исходной точки с моим оппонентом. Вот, пока непонятно, но конкретно вам я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы вызвались и помогли, и вот довезли нас вот до сюда. Это был очень отважный шаг, и тем более еще с тросом помогли и с этим, и надули нам колесо, это прям очень круто. Насчет оплаты, сколько вы хотите? Вы сколько говорили? Я могу вам просто вот без какого-либо счетчика там, ну, ровно налом дать 5 тысяч. Ну, 5 тысяч чуть-чуть мало. Что... Ну, хорошо, давайте 6 дам. Ну, давайте. Что? А дверь куда? Сюда и сюда. Кто? А дверь куда ехать? Сюда? А вы куда едете? Вы куда? На дверь! На дверь? Туда! Ты тоже услышал? Ответь, куда ехать. Просто... Откуда я знаю, куда вам, блядь, ехать? Мы уехали на примерно 72 километра от Лужников. Но кто дальше, покажет Мишель. Команда все подсчитает, и мы узнаем результаты на точке X. Поехали. Коль, давай ты за рулем будешь, я все. Я, короче, не могу больше. Нет! Мы посадили аккум, пока она включенная была. Блин, только что полицейский... Блин! Она вообще ехать до Москвы! Нам просто завестись. Я ненавижу эту машину! Можно с толкача завести. Наш межгалактический эксперимент подошел к концу, и я просто без эмоций, без сил, у меня все трясется, и я просто хочу на массаж. Примерно та же самая ситуация, это все, что осталось от моей жиги. Самое главное, что сейчас... Мишель, моя команда, объявит результаты, и на кону стоит все-таки 50 тысяч рублей, которые мы, как бы, за них мы и дрались. Мишель, твой выход, давай. Мы не знаем вообще сколько. Вы помните, что было там что-то 78 и 70, да? Ну да, по прямой. Ну то есть прям мы ноздря в ноздрю шли, и сейчас мы узнаем реальные результаты. Только это, ты там это, ну нет, не рви с плеча. Давай по-братски, ну потихонечку. Нет, я давай, вырезай. Все, начинаем с Ангелины. Ангелина проехала сегодня 65 километров. Ого! А что это так сократилось, простите, на 13 километров? Ну, потому что прямая линия. Блин, ну я боюсь, что у меня, возможно, меньше. Андрей проехал сегодня 56 километров. Блин, это подставно. Спасибо! Если что, это не тасованные цифры, это реально вот сколько мы проехали, реально все, у меня 50 тысяч в кармане. 9 километров разница. Но самое главное, это все же не победа, а, как говорится, счастье, это замалеванная уже фраза, но все равно она хоть как-то утешительным таким призом для тебя будет. Все, бабки на стол, это мои деньги, которые я потрачу на что? На восстановление своей психики и массаж. Ты мне ходаешь? Нет, конечно же. Это был очень интересный экспириенс. Мне кажется, что сегодня мы пережили там всю школу жизни, которую можно было пережить, и готовы ко всему теперь на дороге. Школу жизни. Я все детство развязывал крюки и вытаскивал фалы. Фалы, это называется фала. Короче, ребят, пока мне Андрей будет показывать, что это такое, я хочу прощаться с вами. Обязательно ставьте лайк этому видео, пишите комментарий, за кого вы болели там, или кто вообще, вы думали, что я победю. Короче, выиграю. Или Андрей. А, фала. Это же поводок. Фала. Это поводок. Пишите, это фала или это поводок. Все, спасибо большое, что смотрели. Пока. Целую каждого.
Пока.